Привет, ребята! В этом выпуске я хочу показать вам одно коротенькое видео, ссылку на которое прислал один из подписчиков, за что ему огромное спасибо. Дело в том, что это видео связано с роликом, который опубликовал Правин Махан, и который мы перевели и озвучили. Видео Правин Махана называлось «Черная дыра». Проход в параллельную вселенную, в котором он показал затопленный то ли храм, то ли колодец. Если вы не видели этого ролика, то ссылка, как всегда, в подсказке, в правом верхнем углу экрана. Но в ролике Правина вода из сооружения была откачана не полностью, что вызвало много комментариев по этому поводу. Теперь благодаря Виталию Уварову, который прислал ссылочку на видео, мы можем увидеть немного больше. Итак, это место называется Надавави-Кинару, и находится оно в городе Канчипурам, в Индии. Вы видите, что в этот раз воду откачали еще больше. Я не могу дать объяснение, что это такое и для чего могло использоваться. И судя по ролику Правин Махана, он даже не подозревал, что в этом бассейне есть еще и второй этаж. Итак, мы ждем в комментариях ваши версии того, что это могло быть. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.